Привет-привет! Коник, поздоровайся, скажи привет. Привет! Знаете, что хотела рассказать? Подписывала открытку на день рождения, вот, и как-то так задумалась. У нас это как-то не очень уже распространено. Раньше, да, было, мы очень увлекались, подписывали открытки. А сейчас как-то мы не очень этим пользуемся. Вот. А вот здесь, в Шотландии, в Англии, здесь прям какой-то целый культ этих открыток. Они этим пользовались, пользуются и, наверное, будут пользоваться постоянно-постоянно. По поводу, без повода. Огромные магазины с различными вариантами, там, ну, какие только поводы, там специальные секции под каждый повод этих открыток, специальные фабрики, их очень много, и люди закупают их, ну, прям, знаете, прям стопками так домой, чтобы у них было заготовлено это все на какой-либо случай. Неважно, там день рождения, юбилей, там в больницу, кто-то просто заболел дома, кому-то просто сказать спасибо. Тоже они покупают, подписывают открытку. И это очень у них ценится. У них эти открытки вот в офисах, везде, на полках, на столах, дома. И я как-то вот уже начала замечать, что вот да, за 2 года как бы здесь... что я прожила, я тоже как-то попала под их влияние. И вот на каждый праздник, Рождество, ну, на любой праздник, на любой повод, и уже как-то открытка уже стала какой-то вот must-have, так обязательно должно быть. У меня уже насобиралось моих собственных открыток уже, ну, очень много. Это я вот сейчас покажу несколько, что я здесь внизу собрала буквально, а там еще наверху у меня еще стопка лежит. И это просто-напросто от всех на работе, коллеги, друзья, знакомые, просто по почте много приходят, цветы с открытками обязательно, подарки с открытками, ну, письма какие-то с открытками, ну, абсолютно все. А вот это обязательно, знаешь, тоже, и оно как-то вот так и вспоминаешь, ты придумываешь, что написать. Оно так приятно, с одной стороны, что человек о тебе подумал, да, написал что-то от души. Там не просто какие-то напечатанные, есть, конечно, да, просто напечатанные тексты используют, но в основном очень ценится, и люди здесь очень любят писать от себя, добавлять какой-то текст, какое-то сообщение, маленькое, коротенькое, большое, ну, в общем, смотря кто кому, какой повод, и пишут, ну, так вот, аж он проникает. И я вот смотрю за собой, я их тоже храню, не выбрасываю. И сейчас тоже стараюсь, в принципе, всем дарить открытки, подписывать, потому что понимаю, что это, ну, блин, воспоминания, это приятные моменты. Так через время некоторые просматриваешь, ностальгируешь. Это здорово, ведь классно. Потому что как-то наши дни, в основном вот эти вот все сообщения по телефону, мессенджеров, да, ватсапах, вот, ну, оно забывается, стирается, теряется среди тысячи таких же самых, оно вот как-то, ну, все равно, бумажная открытка, видно, что человек о тебе думал, подбирал, какая-то там шуточная, романтичная, либо там просто для поднятия настроения, да. Эти отделы, ну, ну, просто там уникальные, там поздравления шуточные, поздравления там сестре, брату, маме, папе, свадьбы, ну, различные поводы, Рождество, дни рождения, Валентинов день, просто сказать спасибо, ну, 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 просто там выздоравливай, там. Не пей, либо еще что-то, ну, ну такое вот, уникальное. И сейчас тоже сижу, знаете, как-то это сам подбираю слова,
хотелось написать что-то и шуточное, и в то же время что-то от души, что-то личное, персональное. И вот как-то так влаживаешься в это послание, все свои мысли хочешь передать в чем-то коротеньком, да, пожелания какие-то. Ну, не знаю, для меня это очень приятно, и я считаю, что как бы отличная традиция, и очень здорово, что люди до сих пор это поддерживают и отправляют друг другу открытки. Это здорово, это классно. А, допустим, я свои некоторые здесь подоставала, сейчас покажу. Но я открывать внутри уже не буду показывать, что там, как там, а обложки какие-то покажу, веселенькие. Вот такая штучка. Да. Но они в основном на английском языке. Есть разные, есть там с какими-то животными, там бегают лапки, хвостики, музыка играет, есть большие, огромные, маленькие, вообще такие миниатюрки. Просто это то, что внизу, наверх не хочется идти, чтобы все показывать. Но я думаю, вы понимаете, да, что вы все прекрасно видели, что открыт миллион, разное множество. Вот, как и смешные, как и просто различные. Но это просто уникально, здоровский, память. Пересматриваешь, смотришь, думаешь о человеке, понимаешь. Блин, вот надо ему послать. Так прошел год, а вроде бы как не общались, забыли, а тут какой-то праздник. И ты какую-то весточку о себе маленькую, приятную. Потому что, ну, пролистает он эту ленту в Фейсбуке, ну, пролистает он это сообщение там в WhatsApp и забудет. А так приятно, да, такая была на Рождество. Ничего особенного, ну, обычные, даже самые простые. Вот такая мне очень нравится. Здоровская, да? Просто белая. Маленький зайка с Рождеством. Ну, класс же. Уникально. Такая с Валентиновым днём. Здорово. Ну, правда же? Заставляет тебя улыбнуться, задуматься. Почувствовать свою уникальность, что кто-то подписывал тебе открытку и думал о тебе. Такая смешнючая. Морские свинки. Здоровски. Вот такая веселая, шуточная, с надписью «Если б только». Да? Вот. Ну, в общем, что хотела сказать. Не забывайте. Не забывайте про открытки. Это очень здорово, это очень важно, и это очень приятно. Я надеюсь. Нет, конечно, есть многие люди, которые не очень их ценят, которые считают это мусор, либо еще что-то. Но я не знаю. Но для очень многих, особенно людей в возрасте. Помните, раньше это было, ну, обязательно хранились эти открытками, пачками просто-напросто. Я еще помню, в моем детстве мы делали со старых уже таких открыток, когда они там собирались годами, но потом уже очень-очень старые были и собирались там от соседей, родственников, еще так. А это какие-то такие уже позабытые, там кто люди, уже все, родителям не были нужны. И мы делали из них такие шторы, висюльки в дверном проеме. Мы сидели вечерами, у нас выключали свет по вечерам, вот там на час или еще что-то. И мы с семьей собирались, и мы, в общем, крутили эти полосочки с открыток. А потом папа их нанизывал на такие проволочки, да, и получались такие шторы-висюльки.
у нас долго что-то висели, но это было давно. Но такое забавное воспоминание об открыток из детства. Но все равно, я помню, потом все равно родители долго хранили, там еще пачками у нас лежали эти открытки. Здоровская, отличная традиция. Так что не забывайте и подписывайте открытки. Я думаю, многим это будет очень приятно. Все, на этом все. Всем спасибо. Всем пока-пока.